Somehow you make me wanna love you till I die. I've never known a life to last. I've seen a lot of lives go past. I don't know how, but I know why. I'm gonna love you till I die. Love you till I die. Noi, ты куда пропал, Ной? Дай руку. Я думал, ты убежал и забыл про приятеля. Радиорубку. Бандитов запри в трюме. Жив? Насмерть. Эх, гранату бы. Нельзя, рация. Ты слышал? Здесь кто-то есть.
Я хочу говорить с капитаном. Завтраку. Не велели беспокоить. На завтрак у вас подают свинцовый горох. А, пожаловали. Ну как там, Иван Ильич? Стреляет, гад, патронов ему на год хватит. Продолжать приборку. Приятная встреча, капитан. Побережем любезности до лучших времен. У меня к вам предложение. Видите этот вельбот? Он ваш. Даю вам бензин, компас, карту. И убирайтесь отсюда ко всем чертям. Мне дороги мои люди. Их и так осталось немного. Даже меньше, чем вы думаете. Иван Ильич, готов радист. Похоже, время, когда условия диктовали вы, прошло. Теперь и рация в наших руках. Не хотелось бы огорчать вас, капитан, но рации у вас нет. Это оттуда. И не все благополучно с судном. Фарватер знаю я один. И, признаться, у меня нет желания наниматься к вам лоцманом. И, наконец... Как вы понимаете, вторая леди тоже у нас. Насколько их пребывание будет приятным, зависит от вас. Так что обдумайте мое предложение. Даю вам время до полуночи. Вперед. Полный вперед. Сережа! Сережа! Надо найти фарватер, Сергей. Сплошные камни. Даже непонятно, как они вошли сюда. Ах, черт. Через 2 часа начнется прилив. Может быть, воспользоваться этим? А женщины? Но никто не собирается оставлять их. Выберемся из залива, появится лишний козырь в переговорах. Соглашаться на их условия нельзя. Они не дадут уйти в вельбот. Мы много знаем, а им не нужны свидетели. Готово!